Всем большой привет! Сегодня будем красить пасхальные яйца натуральным красителем. Способ очень простой и быстрый. Цвет приятно радует глаз. Чтобы не пропускать новые рецепты и кулинарные советы, лайкните это видео и подпишитесь на канал. Приятного просмотра! В маленькую кастрюлю из нержавейки помещаем белые яйца комнатной температуры. Заливаем их полностью самым дешевым красным вином такой же температуры, как и яйца, и отправляем на небольшой огонь. С момента закипания вина варим яйца 15 минут. За это время яйца несколько раз переворачиваем, чтобы они окрасились равномерно. Через 15 минут огонь выключаем и сразу достаем яйца из кастрюли. По мере их высыхания цвет становится более насыщенным. Выкладываем все яйца на бумажную салфетку. Даем им полностью высохнуть естественным путем. А затем по желанию смазываем смоченной в подсолнечном масле салфеткой. Благодаря такому действию яйца становятся блестящими. А цвет приобретает более теплый оттенок. Вот и все. Красивые пасхальные яйца без химических красителей готовы. Если вам понравился мой способ окрашивания яиц, ставьте лайк, жмите колокольчик и подписывайтесь на наш канал. Буду очень благодарна за отзывы и с удовольствием пообщаюсь в комментариях.